Дорогие женщины, сегодня дутики «Женские снежные сказка» – специальное предложение нашего модного дня. Какие дутики! Еще раз убеждаясь в том, что обувная мода тоже шагнула далеко. И наши обувные дизайнеры стали нас украшать не только яркими расцветками, но еще и блеском. Этот блеск можно встретить не только на одежде, но и на обуви. Здорово, что сегодня это специальное предложение дня. Самая выгодная покупка на телеканале Shop & Show. И бесплатная доставка с нашими дутиками от суммы заказа 3990 рублей на любые товары телеканале Shop & Show. Ну что ж, Свет, 7 цветов на выбор. И это прекрасно. Наши дутики представлены как в яркой гамме цветовой, модной в этом сезоне. Это нежно-розовый цвет. Все модели украшены стразами. Мы обязательно проверим качество. Это розовые дутики на белой подошве. Орешенька, я все чаще сталкиваюсь с тем, что мои клиентки просят мне подобрать им обувь оригинальную, не похожую на остальную. Следующий цвет серый, с белой подошвой. Обратите внимание, очень красивая, эффектная модель. Ее выбирают те женщины, которые любят каплю нарядности в своем гардеробе. Но для тех, кто обожает розовый цвет и не хочет останавливаться на нежных оттенках, яркий розовый на белой подошве. Кстати, розовый цвет дутиков отлично будет сочетаться с серым цветом пальто. Поэтому, если у вас есть оттенки универсальные в модели верхней одежды, как стилист, я советую вам, дизайнеры в один голос говорят, у женщины должны быть яркие оттенки в холодное время года. Ну, у всех же хандра. Поднимем себе настроение. Идем дальше. Следующий цвет у нас черный, на черной подошве. Это я предлагаю приобрести женщинам, которые живут в небольших населенных пунктах, у кого бывает грязно весной, осенью, бывает даже грязная зима. А вот этот цвет более нарядный, на белой подошве, тоже классический черный. Как мне нравится. Очень эффектно смотрится эта модель. Давайте посмотрим на предложение в синем варианте. Я заметила, что под цвет наших дутиков и стразы соответствующие тоже синие. Это синие на синей подошве. И еще одна модель – это синие дутики на белой подошве. Посмотрите, на любой вкус найдется дутики именно для вас. 7 цветов, различные подошвы и размеры от 36 до 41. Как выбрать размер и не ошибиться? Здесь нужно внимательно слушать советы стилистов. Наша модель сделана по европейским лекала и маломерит на один размер. Поэтому Танечка Бабурова носит 39-й, выбирает дутики серого цвета на белой подошве на размер больше 40. Леночка Семенова носит 40 и выбирает дутики 41. Вот тот самый вариант, когда действительно дутики розовые, они украшают образ. Согласитесь, зимой не так много поводов себя украсить, да? Мы носим темную одежду, мы носим темное пальто, и яркие розовые дутики могут создать настроение. Цена только сегодня, обратите внимание, завтра другая цена. Друзья мои, хочется обратиться к метеорологам. Дорогие наши, что ж вы нас пугали, что зима-то лютая будет? Мы только что приехали на работу и вместо снега увидели зеленую траву. Снег за два дня моментально растаял, и мы в результате вступаем в грязь. Давайте проведем эксперимент, который докажет, что наша яркая модель будет всегда оставаться яркой, а белая подошва белой. У меня в руках грязь, и сейчас я хочу вылить ее на розовые дутики. А как мы можем еще с вами проверить качество болоньи? Уникальные разработки сегодня доказывают, что наши модели очень качественные. Посмотрите, мы сейчас просто выливаем стакан с водой, и грязь вся уходит. Вы берете салфеточку и просто насухо протираете место загрязнения. Ну что, дорогие потрясающе. Мои, вы убедились? Кстати, наши дутики после того, как я вылила воду, даже не промокли. Сегодня Олечка Грядунова с Аней Галкиной проводили эксперименты, которые доказывали, что болонья – это разработки ученых итальянских. Болонья пришла к нам из Италии, и она состоит из трех слоев. Вы знали это? И именно за счет того, что силиконовая прослойка соединяет два слоя, никакая влага вам не страшна, уж тем более грязь. А это значит, мы с вами получаем дутики не на один холодный сезон, а сразу на три.
Осень, зима и весна. Они теплые и они абсолютно не промокают. А значит, мы их носим до апреля в некоторых регионах. И в это время хочется согреться. Посмотрите, как эффектно смотрится наша модель и на взрослых модницах, и на молодых девушках. И я хочу сказать, что наши дутики комбинированные. Это болонья и эко-нубук, который закрывает зону стопы. Очень эффектная подошва, протектор. Это все гарантия того, что вы будете чувствовать себя не просто комфортно, но и безопасно. Подошва сделана из тоже, это тоже разработки обувных технологов с добавлением резины, и она не будет скользить. То, что внутри молния, помогает женщинам, взрослым, легко надевать дутики «Снежная сказка». Увеличенная полнота, значит, даже отекшие ножки, даже ножки с увеличенной полнотой будут чувствовать себя комфортно. Это специальное предложение дня. Дутики «Снежная сказка». Попадайте в сказку прямо сейчас. Дорогие наши модницы, сегодня мы предлагаем вам выбрать свою сказку. У нас для вас 7 расцветок на выбор. Помимо ярких оттенков, вы можете выбрать базовые расцветки. Я замечаю, что сегодня все чаще женщины выбирают цветную обувь, ведь акцент на яркой обуви – это тренд 2018 года. Но это не просто яркая обувь, она еще и блестящая. Эти снежинки, они никогда не будут таять, потому что они сделаны из страз. Внутри у нас утеплитель – это искусственный мех, который защитит вас и в морозы. А самое главное преимущество – наши дутики всегда позволят вашим ножкам оставаться сухими. Никаких грибковых заболеваний. Ваши ножки всегда будут сухими и защищенными. Подошва – она тоже играет важную роль. Стильный протектор, который не дубеет и не лопает на морозах и защитит вас от скользкой поверхности. Тем более сегодня, заказывая спецпредложение сегодняшнего дня, вы получаете ключ к бесплатной доставке от суммы заказа 3990 рублей. А еще очень важно, если у вас болит спина, возможно, вы выбираете неправильный каблук, потому что остеопаты и вообще люди, которые изготавливают сегодня обувь, всегда прислушиваются к советам врачей. Остеопаты говорят, что надо приподнимать пяточную зону слегка для того, чтобы облегчать вашу работу ножек, коленные суставы, а главное, работу позвоночника. Почувствуйте легкость в ногах, закажите правильную обувь, дутики.